Всем привет, друзья! С вами канал Блицкей, меня зовут Влад, и сегодня в ролике будет немного ноутбучная тема. 23 июля 2019 года компания Honor провела презентацию, на которой помимо смартфонов Honor 9X и 9X Pro представила свой новый мощный ноутбук Honor MagicBook Pro с диагональю 16,1 дюйма. Экран этого ноутбука действительно можно считать выдающимся, ведь помимо своей нестандартной диагонали он занимает 90% всей плоскости передней панели. При этом сам ноутбук сохранил габаритные размеры обычного лэптопа диагональю 15,6 дюймов, а его вес составляет всего лишь 1,7 килограмма. Дело в том, что толщина рамок по трем сторонам дисплея составляет всего 4,9 миллиметра. И чтобы добиться таких тонких рамок, в частности в верхней части дисплея, инженеры компании перенесли веб-камеру в клавиатуру, и теперь она скрыта в середине верхнего ряда функциональных клавиш под одной из кнопок. Сама же клавиатура в ноутбуке полноразмерная и имеет подсветку. IPS-матрица MagicBook Pro обеспечивает цветовой охват в 100% пространства sRGB. Разрешение дисплея Full HD составляет 1920 на 1080 пикселей с соотношением сторон 16 к 9. По железу тут будет три модификации на энергоэффективных процессорах Intel Core 2019 года, две на Intel Core i7-8565U и одна на Intel Core i5-8265U. Причем в первое время будут доступны для покупки версии только с 8 гигабайтами оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 гигабайт. Самая навороченная же версия с 16 гигабайтами оперативки и SSD на 1 терабайт выйдет на рынок немного позднее. Во всех ноутбуках линейки будет установлена новая дискретная видеокарта GeForce MX250. Также производитель обещает хорошую автономность нового лэптопа. Благодаря встроенному аккумулятору на 56 Вт-часов ноутбук сможет проработать аж до 14 часов от одного заряда. Также одной из особенностей данного ноутбука стало наличие 7 температурных датчиков, встроенных в корпус, которые анализируют и контролируют температуру внутри. В зависимости от их показаний, вентиляторы системы охлаждения включаются или выключаются, а также меняют скорость работы, тем самым позволяя работать ноутбуку тише при минимальных нагрузках. Ну а цены на новые ноутбуки распределились следующим образом. Версия на Core i5-8265U с 8 гигабайтами оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 гигабайт будет стоить в Китае 5499 юаней, что в пересчете на наши деньги получается 51 тысяча рублей. Вторая модификация на Core i7-8565U с объемом оперативной памяти 8 гигабайт и SSD-накопителем 512 гигабайт обойдется в 6199 юаней или 57 тысяч рублей. А вот самая топовая версия Honor MagicBook на Intel Core i7-8565U с SSD-накопителем на 1 терабайт и объемом оперативной памяти на 16 гигабайт обойдется в 7999 юаней или 74 тысячи рублей. Старт продаж первых двух версий на 8 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт памяти постоянной запланирован на 29 июля 2019 года, то есть ждать осталось совсем недолго. Ну что же, как по мне, довольно неплохой такой конкурент для Xiaomi Mi Notebook Pro получился. Причем по ценам ноутбуки от Honor выходят даже дешевле, чем Pro от Xiaomi. Напомню, что за Mi Notebook Pro 2019 года в версиях на i5 и i7 просили 5599 и 6999 юаней соответственно. А ведь в Honor MagicBook Pro размер накопителей в два раза больше. И я уже не говорю про размер самого дисплея. Ну а на сегодня это все. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, если оно было полезным или просто понравилось. Заходите ко мне на канал, смотрите другие мои ролики. Там много всего интересного. Поддержите мой канал подпиской и не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видеоролики. Ну а я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего и до новых встреч. Всем пока.